Ребят, всем привет! Все уже на канале видели наш крутой ролик с Сергеем про то, как он на своем кустарном производстве делает крутейшие дизайнерские диваны на заказ. Если не смотрели, то очень рекомендую, потому что уже более 4000 человек посмотрело буквально за пару дней. Это однозначно говорит о том, что ролик крутой. Но это не единственный ролик в рамках нашего путешествия по мебельщикам России. Уже полностью готов полный разбор франшизы Альфа Мебель. Хоть фильм получился и длинный, но обещаю, вам скучно не будет. Поэтому, когда вот этот пост наберет 150 лайков, мы сразу же выложим этот фильм. Но это еще не все. Жора Вайс, парень, который живет в Москве, который знает о дизайне мебели не понаслышке. Он проведет нам подробнейшую экскурсию по своему крутому шоу-руму. Мы пообщаемся с его ребятами, и он расскажет нам о том, как с точки зрения дизайна должна выглядеть классная и стильная мебель. Следующим фильмом будет «Разоблачение на Юрия Архипенкова». Именно так мы назвали этот ролик. Дальше мы поехали в Ярославль. Там мебельный император Бабич со своим другом Юрием Саблиным. Это тоже два отдельных ролика, это тоже будет на канале, но чуть позже. Закончили мы наше путешествие именно по мебельщикам, потому что закончилась память в наших телефонах в Нижнем Новгороде. Мебель для жизни, ребята, Сергей и Аня Губановы. Мы думали, что мы приедем на то же самое производство, но оказалось, что за год мебель для жизни превратилась в совершенно другое предприятие. Это предприятие мебель на заказ, и ребята делают почти 300 миллионов оборотов в год. Только вдумайтесь. Ребят, если вы хотите быть свидетелями всех этих событий, которые я перечислил, обязательно переходите на канал «Предприниматель дела». Обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередной выпуск. Ну и давайте уже наберем 5000 человек на нашем канале, потому что это тот канал, который совершенно точно заслуживает такого количества подписчиков. И еще обращение ко всем, кого я знаю лично и кто знает лично меня. Пожалуйста, сделайте репост данной записи хотя бы на сутки, потом можете удалить. Потому что как можно больше мебельщиков должны знать о том, что они не одиноки в своих столярках, в своих небольших производствах, на кустарных производствах и так далее. Они должны понимать, что огромное количество таких же ребят трудятся по всей нашей необъятной России. И вы точно не одиноки. Подписывайтесь на канал, ну и ставьте лайк этому видео. Ждем следующий выпуск. Пока!